Добрый день, друзья! Рада вас приветствовать на моем канале, на канале Алики Мирной. Итак, у нас с вами сегодня будет таро-прогноз на период с 19 по 31 мая для представителей знака Водолей. Давайте посмотрим, что ожидает Водолеев в период с 19 по 31 мая. Общая характеристика данного периода. Ну, этот период будет для вас достаточно спокойный, стабильный. Вы будете, возможно, много работать, у вас будет получение каких-то финансов, какие-то договоренности будут достигнуты касательно вот работы, дел всевозможных, сделок, проектов. Смотрите, также в этот период вы можете заниматься хозяйством. То есть, может быть, вы будете уделять особое внимание вашему дому, допустим, это может быть ваша дача какая-то. То есть, возможно, вложение каких-то финансов в непосредственно вот это жилище, да, и будете продумывать, планировать, знаете, увеличение капитала вашего. Возможно, будете заниматься накопительством каким-то. То есть вы можете что-то приобретать, да, с целью того, чтобы этим не пользоваться сейчас, да, а вот, скажем так, а вдруг пригодится. Так, давайте посмотрим, что же ожидает вас в делах и в работе Водолея с 19 по 31 мая. Что ожидает вас в делах? Так, ну, я вам скажу, что здесь период будет явно непростой. То есть у вас может быть, во-первых, на работе, в делах, в принципе, то есть это может быть ваш партнер какой-то. Тут может быть разбирательство какое-то, конфликтная какая-то ситуация, связанная именно с деньгами, да, то есть каким-то материальным благополучием. В итоге для вас все закончится хорошо, да, то есть несмотря на то, что могут быть какие-то проблемы, трудности, здесь могут быть споры, разбирательства, конфликт, скандал, то есть, знаете, кто-то кому-то что-то будет доказывать, да, при этом что-то молниеносное может быть, что-то пойдет не так, да, то есть вроде бы вот стабильно работали, запланировано все, и тут что-то происходит такое, какое-то событие, которое приводит, допустим, в шок. И начинается разбирательство, как поступить, что делать в этой ситуации. Это может быть проверка какая-то, допустим. Ну, то есть все что угодно, там связано с бухгалтерией, кстати. Это может быть какая-то проверка, это может быть, допустим, какое-то собрание, да, по десятке кубков, да, когда люди собираются, общество, где будет разбор полетов. То есть ваш руководитель, там, директор, я не знаю, может, скажем так, гневно что-то вещать. И вам не понравится данная ситуация. То есть вы будете этим, понятное дело, недовольны. Но так или иначе, при любом раскладе, для вас эта ситуация в итоге отыграется хорошо. Быстрое принятие каких-то решений, да, то есть, и знаете, здесь надо все-таки контролировать вам эмоции, не поддавайтесь вот эмоционально, ну вот эмоциональным каким-то решением, да, успокойтесь, сначала успокойтесь, оцените ситуацию трезво, да, оцените ситуацию со стороны, и только тогда принимайте какое-то конкретное решение. Итак, давайте посмотрим, что же Водолеев ожидает в финансовой сфере. Водолей, что вас ожидает в финансовой сфере? Ну, деньги у вас будут, поступление денег у вас будет. То есть вы в итоге все равно добьетесь чего-то своего, да, то есть вы в итоге получите материальное благополучие, и вы будете этим довольны. Но у вас, я как понимаю, что видно в делах и в работе, есть все-таки
как недруги какие-то. Это может быть один человек или это может быть группа людей. Да, у каждого может проиграться по-разному. Но эти люди, понимаете как, они вам ставят палки в колеса по той простой причине, потому что завидуют вашему благополучию, вот вашему положению, вашим, знаете, вот я бы так сказала, что вот вашей уверенности в себе. Что-то не дает покоя этим людям. И они будут создавать вам, да, потому что мы видим здесь вот рыцарь жезлов и королева жезлов, да, то есть вот они в паре будут создавать какие-то вам, скажем так, качели-карусели, то есть они могут создавать определенные проблемы. Притом женщина может, скажем, очень мило улыбаться вам в глаза, в лицо, то есть вот все при встрече, это ваша лучшая подруга, лучшая просто. Она желает вам только добра, не верьте. Это человек, который вас тихо, тайно ненавидит. Поэтому присмотритесь к вашему окружению, да, сохраняйте бдительность и преследуйте свои интересы. По деньгам все у вас будет в порядке, выплаты у вас будут. Так, хорошо, давайте посмотрим, что же ожидает в личной сфере водолеев. Водолеи, что вас ожидает в личной сфере с 19 по 31 мая? Итак, давайте будем смотреть. Вот у меня там соседи какие-то шумят. Ну, явно какая-то дама тут вам не будет давать покоя. Вот, еще какое-то дамское общество у вас прямо. Я не знаю, если смотрит мужчина, то вы будете окружены большим количеством женщин. Вы будете блистать, сверкать, да, то есть вы будете привлекать их внимание к себе и, скажем так, ну, женщины, в общем, женщинам вы здесь нравитесь, да, то есть вы для них представляете вот особый интерес, да, как человек, вот как личность, вы как солнце к себе притягиваете, вы каждой из них уделяете какое-то внимание, тепло, то есть вы им даете то, что им очень необходимо, да, то есть то, чего им не хватает на самом деле. Но в целом, то есть у вас, я думаю, что, ну, то, что касается мужчин-водолеев, я думаю, что вы окажетесь перед каким-то выбором. Вам необходимо будет разобраться, какая женщина все-таки у вас на первом месте, да, то есть сделать какой-то определенный выбор. Это раз. Далее, тут может быть еще вообще, вы можете быть свидетелем или причиной, да, для какого-то конфликта среди дам. Вот опять же таки, да, может быть какое-то разбирательство, и вы окажетесь в центре этих событий, да, вот как-то нежданно-негаданно попали. Но в любом случае, я так думаю, что мужчины, ну, выйдут сухими из воды, здесь вопрос решится благополучно, тут больше проблем будет, скажем так, вот в этом дружном женском коллективе. У мужчины все-таки будет все в порядке. То, что касается женщин-водолеев, здесь интересная ситуация. У вас есть определенная конкурентка. И в данной ситуации я не говорю, что это касается мужчины. Это может касаться чего угодно. Мужчины, работы, да, потому что личные взаимоотношения, это у нас не только, да, вот как бы любовные взаимоотношения. То есть это могут быть еще и взаимоотношения с нашими близкими, родными, друзьями, коллегами. То есть вот как-то так, я думаю, что вы прекрасно понимаете, о чем я. Так вот, у вас явно есть какая-то, ну, не очень хорошая мадам. Да, у нас дважды выпадает королева мечей. Я вас вижу вот в этой ситуации, вот вы. И у вас с этой женщиной могут быть какие-то разбирательства. Она, я же еще раз вот повторюсь, она позиционирует себя как вашу лучшую подругу. Если не лучшую, то она, вот она вам улыбается, она улыбается, она вроде бы неплохо к вам относится. Может быть, даже проявляет какое-то снисхождение по отношению к вам. Милое личико, за которым мы видим, что вот такое личико, да, то есть как бы тут будьте аккуратны, эта женщина может создать вам определенные трудности и определенные проблемы. В итоге вы, конечно, себя защитите, вы себя отстоите. Правда будет на вашей стороне, но конфликт
не исключен. В общем, вот такой у нас получился с вами расклад. Я благодарю вас за внимание. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мне всегда приятно. Всего доброго!